Ежегодно в Сарове порядка 20 человек слышат диагноз меланомы – злокачественное пигментированное образование, которое может возникнуть как на неповрежденной коже, так и на уже имеющихся родимых пятнах и родинках. На ранних стадиях меланомы можно излечить в 90% случаев, но если пациент обращается к врачу с запущенными формами опухоли, то помочь ему бывает сложно. Если такое образование было и стало иное, оно стало расти, увеличиваться в размере, оно становится асимметричным, неправильным, контуры его меняются, деформируются, становятся неровными, меняется цвет, либо усиленно черным становится, либо наоборот, цвет этот меняется в пользу обесцвечивания, это тоже признак злокачественности. Если пациент заметил какие-либо отклонения от нормы, то первично он должен обратиться к дерматологу. Если у врача будет подозрение на злокачественную опухоль, то человека направят к онкологу. В особой зоне риска находятся люди с большим количеством родинок на теле. Если у пациента большое количество родинок, и сложно ему самостоятельно оценить, насколько они доброкачественные или нет, то он должен до одного раза в полгода проходить дерматоскопию на предмет поиска злокачественного образования. Чем больше родинок, тем выше риск развития меланомы. На развитие меланомы могут влиять генетика и хроническая травматизация, то есть если родинки находятся, например, в местах постоянного трения от одежды, но наиболее часто опухоль развивается от агрессивного воздействия ультрафиолета, и чем бледнее у человека кожа, тем выше риск ожога и, соответственно, развитие опухоли. Поэтому старайтесь избегать солнца, особенно в часы наиболее активного излучения – с 11 до 15 часов. Максимально защищать кожу легкой одеждой, головным убором с полями, и пользоваться солнцезащитным кремом. Фактор защиты должен быть высокий, до 50. Если вас беспокоит какая-либо родинка, то проверить ее на злокачественность вы можете самостоятельно с помощью мобильного приложения «Про родинки». Загрузите фотографию родинки и необходимые данные, и нейросеть сформирует вам рекомендацию о выборе врача. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.